И всем привет, с вами я, Фёдор. И сегодня я начинаю свое выживание. Я хз на каком-то канале будет. Может на Ковалёва, может на Ковалёва Майнкрафт. Мы все быстренько лутаем. Короче, выживание не медлит. Я знаю, что это за шаблон. Я выбрал. Это выживание на 1.20. Погнали. Начнем мы сразу же с нового дерева. Скорее всего, моя база будет именно в этом лесу. Извиняюсь за звуки на заднем фоне, если они будут. Итак, вот он. Новый биом. Довольно-таки красивый. Но именно вот это вот чувство вау, оно у меня давно уже прошло. Еще с того снапшота, когда он появился. А, да, еще вот эти вот цветочки. Итак. Погодите. Так, делаем доски. Вот эти вот. Так, первым делом делаем верстак. Думаю, будет самая обычная база, может, квадратная даже. И ищем подходящую территорию. Естественно, упускаем шанс убить овцу. Кровать — это все-таки хорошая штука для скипания ночь. Надо. О! Вот тут вот я сейчас, по идее, всю территорию расчищу. И могу тут делать базу, в принципе. Так, ну тут ничего интересного, в принципе, не будет. Так что я выключу запись, и как только произойдет что-то интересное, я ее включу. Кстати, тут два улья. Могу, в принципе, в будущем тут пасеку сделать. Да, блин, что вы на меня смотрите? Эх, как хорошо ходить. Ну тут мизярита, конечно же, не прилетит. Что тут у нас? Скорее всего, деревья я пока что не буду трогать. Но не успею ничего построить. Скоро же ночь уже будет. Пока что у меня, кстати, будет земляной пол, думаю. Так просто дешевле. Охренеть. Случайно поставил. Если что, я со старым управлением играю просто потому, что мне так удобнее.
я просто к нему уже привык. То, что музыку вот добавили, это отдельный респект. Цветков, конечно же, тут много. У меня так весь инвентарь уже заполнится. Хотя, в принципе, тут территория небольшая. Думаю, еще там стак, два, три набью и все. Не, ну этих цветков тут, конечно, много. Опыт мы собираем, конечно же. Не хочу молчать, так что опять вырубаю запись. Так, я, в принципе, в основном расчистил, я мог и дальше чистить, но я вижу, что небо уже становится темнее. Так что поставлю где-нибудь здесь верстак, где-нибудь здесь сундук. Я, в принципе, что, и начинаю строить коробку. Тут я оставлю, конечно же, штуку для этого, для бревен. Декора не будет особо совсем. Блин. О, вон уже зомби начали спауниться. Быстренько делаю дверку, хотя ее просто выбьют. Делаю тут пока что вот такие вот стенки. Потом надо будет за песком сходить, конечно. Так. Не, ну ты гений. Так, погодите-ка, мне сейчас надо будет отойти. Итак, я отошел и увидел это. Ладно. Мы сейчас пройдем по той дорожке, которую мы запомнили. По всей видимости, я не очень ее запомнил.
Короче, пока мой мозг тупит, я выключу запись. У меня есть хорошие новости, я перестал так тупить, и вижу уже... Этот вишневый лес, по-моему, называется. Ну, по-моему, вишневый лес. Ой, а ты нам не нужен. Вот кого-кого, но крипера мне точно не надо. Конечно, можно было и лучше. Но я сдох. Короче, сейчас проскипаем ночь. Так, я вроде как опять вспомнил, где находится этот лес. И сейчас иду туда. Ну что, погнали. Это, по-моему, было где-то рядом с моим домом. Вон, да, я вижу лес. Там кто-то, кстати, с факелом ходит. Ту опять. Так, извиняюсь. Прервали меня. Я должен доснять серию. Не, я уже психовать не буду. Тем более для меня не впервые то, что я из раза в раз ночью иду, то есть подобрать свои ресы, а меня убивают. Так было кучу раз на разных мирах, где я играл, так что... Так, вон там все ресы. Как-то мне пофиг, так как все же это хоть и ресы, но все же я практически все получил из начального сундука. О, маги Майнкрафта. Я уже запомнил, куда идти, погнали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
О, кстати, ночь скоро заканчивается. А сколько там запись уже идет? Я, наверное, как только свои резы верну, закончу серию. Не все, конечно же, верну. Так как тут уже много чего растащили. Но карты так, там надо вернуть. Это такая начальная карта. Чуть в канаву не упала. Смотрите обзор на канаву. Канава, которая там была топовая. Хочу увидеть, как ты сгораешь. Карту мы вернули. Ямку мы потом заделаем. Кажись, мы все подобрали. Что ж. Это была первая серия летсплея. Итак, меня отвлекли. Так, что у нас там? Ах, да. Это была первая серия. О, кстати, еще какая-то хреновина. Так что, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем удачи, и всем пока.